Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Lucid.ru. Посмотрите, сегодня какая у нас прелесть. Новая коллекция от компании Циркон. Мы получили ее на ювелирной выставке. Прям изделия, которые хочется рассматривать, трогать, гладить. И как-то в них вот прям, знаете, такой заряд энергии. По крайней мере, это мои ощущения, да? Не знаю, как у вас. Мне кажется, очень в современном стиле. Геометрия, лаконичность и немножко такой искорки какой-то. Здесь круг, здесь прямоугольник, да? Вроде бы, треугольник. Все так лаконично. Камушек, видите, гладко прям завальцован. Но вот эти вот риски, которые они сделали, причем, видите, они хаотичного порядка, добавляют немножко женственности. Не совсем брутальный комплект. Все-таки есть в нем некоторая такая долька женственности. Очень хорошая петелька у подвески. Посмотрите, сюда даже войдет толстый кожаный крючок или что-то в этом роде. И мне кажется, посмотрите, вот я прям, знаете, тактильно приятные бывают комплекты, которые хочется разглядывать и трогать. Здесь вот подвижная часть, очень красивый жадеит. Причем мы схватили от жадности два комплекта, по-другому не могу назвать. Бывают камни, которые невозможно с ними расстаться. Выбрать не можешь, и тогда делается все очень просто. Берем два. Вот такая же история с сережками. То есть мы взяли два комплекта с жадеитом. Вот эта вот пуговочка у вас будет висеть, да, прикрывать мочку уха. Здесь есть некоторые занижения, сережки совсем не тяжелые. 9,35, 5 грамм на ушко, а объем-то получается хороший. Хорошее открытие. И прям вот этот треугольник, знаете, такой он манящий. И он, видите, немножко подвижный. Очень интересно. Я говорю, прям вы зачаруетесь, особенно для тех, кто любит, ну, не цветочки, а вот такую вот четкость и лаконичность. Да, сегодня целый день ни одно слово мусорная. 18 размер, тоже жадеит и тоже у нас серебро. И сразу покажу второй комплект, он у нас в размере 18,5. Ну и примерен 18,5. Поближе же надо, правда, камушки посмотреть. Вот, видите, вот такая вот красотень. И третий комплект у нас с родонитом. Здесь сразу такой есть яркий акцент. Конечно, родонит очень приятного цвета. Размер 19. Ну, 19,5 мне не налезет. Надо мерить на 19. Я тоже вам покажу камень поближе. И здесь прям такие галстучные темы. Знаете, вот сейчас, когда женщины надевают на подбелую рубашку, там мужской галстук, да, здесь украшение, как мужской галстук. Мне кажется, очень интересно, молодежно. И всегда, когда мы в качестве аксессуаров используем такие модные тенденции, да, то все наши наряды обновляются, мы омолаживаемся и получаем за счет этого глоток свежего воздуха. Поэтому давайте следить за модными тенденциями, использовать их в своих аксессуарах и, конечно, поднимать себе настроение. А мы, как всегда, вас ждем в нашем магазине. Всего вам самого-самого хорошего и здоровья, самое главное.